Из листка бумаги складываем треугольник. Теперь нижние части складываем в одну полосочку вверх. Это будут бортики нашего совка. Видите? Теперь переворачиваем листочек. Складываем сначала пополам, чтобы наметить центр. Не обязательно складывать, но просто нужно нам центр узнать. Достаточно с краешка позначить центр. А теперь заворачиваем вверх два угла. Теперь вот эти углы заворачиваем под левый и правый уголок, под получившиеся вот такие вот полоски. И вторую также туда. Теперь вот здесь складываем пополам. В этой полосочке, чтобы она хорошо разложилась. И раскладываем. Все. Совочек готовый. На канале постоянно и регулярно выкладываются разнообразные игры, игрушки, настольные игры, разнообразные поделки, оригами и нехитрые, но вкусные рецепты. Также предлагаю вам просмотреть выложенные мной ранее видео. Возможно, некоторые вас заинтересуют. По тематикам также можно их увидеть. У меня только одна просьба, если не сложно, лайкните. Если понравилось видео, то присоедините, что придаст мне силы и оптимизм. А если нет, не жалейте. Угоняйте минус, это даст понять мне, что нужно искать лучшие идеи и делать лучшие видео.